Здравствуй, Люд. Ты меня извини, пожалуйста, но это честное слово в последний раз. Ну, седьмого кровь из носа, перевод получу, я сразу все отдаю. Ну, сколько тебе там должно? Еще 5 рублей и все, для ровного счета. А шнурки тебе не погладить? Ну ты что, не веришь, что я тебе дам? Я тебе письмо покажу, они мне 3-го перевод посылают, ну значит, 7-го будет. А, ну это понятно, только у меня станок сломался, который деньги печатает. Унижаешь, да? Неужели ты не понимаешь, что если бы не крайние обстоятельства, я бы тебе сюда не пришел? У тебя каждое утро эти крайние обстоятельства, похмельный синдром называются. Психиатр-то хренов!